И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерия, и сегодня мы готовимся по новому обновлению в Clash Royale. Вот здесь уже новая заставка, здесь везде все ледяное стало, и как нам бросается в глаза, сразу же забрать награду. Давайте это быстренько сделаем. Быстренько мы собрали. Давайте уже сразу токен поставим. А ладно, потом сделаем. И вот уже у нас появляется новое испытание. Открой карту целительницы с усилением. Это вообще как, блин, это очень круто. Раз, два, три. Ой, три, четыре, пять. Все, пятый уже у вас есть целительница. Понимаете, как это четко? Потом. Вот еще скоро будет испытание мирового финала Clash Royale, там, короче, там по всему свету, там, по всему миру, короче, 20 боев в тройной выбор карт. Короче, выбери одну карту из трех предложенных, и так 8 раз, пока ты не соберешь полную колоду, 3 поражения, и ты... Что? Серьезно, 3 поражения? Я думаю, здесь будет побольше их, типа, знаете, 5, там, я не знаю, или 8... 20 боев выиграть, это, блин, как вообще возможно? Так, здесь уже стоит сундучок уже готовый. Но это еще не все. Скоро я вам выбью. Ну, короче, вместе. Короче, выбью еще одни сундучки. Здесь, короче, будет стоять магические. Ну, после магического будет стоять легендарный, а после легендарного будет стоять эпический. А потом еще в квестах у меня будет мега-сундук с молнией. Так, ладно, ну, сейчас не в тему это. Так, здесь уже... Целительница воин. Повышение уровня карты. То есть уровень карты будет повышен до уровня короля на время всего сезона. То есть пока 34 дня, 23 часа будет эта карта повышена, понимаете? То есть как бы она будет такого же уровня, как мой король. У меня он 10 уровня, и поэтому у меня целительница будет 10 уровня. Это очень круто, мне это нравится. Ну, когда сезон пройдет, все опять станет на свои места, но все равно. За 30... Сейчас, погодите. За 30... За 34 дня, 23 часа еще можно будет кучу раз ей сыграть. И вот уже у нас зимнее лобби такое, вы можете заметить, и арена новая. Точнее, это как бы не новая арена, а старая. Это у нас будет легендарная арена, но она будет заменять текстурку. Что? Ладно. Короче, это будет заменять текстурку. Я сразу понял, что целительницу воина... Нафига? Нафига ее туда добавлять? Вот пусть лучше эликсирного голема туда перенесут. А целительницу куда-нибудь сюда пусть вляпают. Вот, примерно где-нибудь вот здесь вот. Между хилкой и башней бомбежка. Так, что еще у нас? Ага, вот после всего идет. И что дальше? Вляпают. Вот пойти в это испытание. Кстати, сколько оно будет? 3 дня, блин. Ладно, давайте одну катку постараемся сделать. А что здесь надо делать вообще? А, не важно, сейчас проверим. Давайте одну катку я сыграю. Блин, нафиг я взял ее? Блин, а. Нафига. Алло. Мое. Кабанчик, поэтому мне будет очень... Блин, я первый раз играю этой картой. Так хочется мне ее поставить, а? Так хочется. Алекса.
вот прям сразу дух Рождества. Мне понравилось играть этой картой. Она очень кайфная, классная и офигенная. Так, давайте быстренько. Так, Кургига, бандитов, миллионов, варваров. Так, поставим. Так, из редких давайте. Голема, кабанчик, шар, колдун, башня. Из эпиков давайте гигскелет, ведьма, охотник, дракончик, принц. Из легендарных давайте мегарыцарь, пламенный дракон, бандитка, королевский призрак, дровосек, громовержец, ледяной колдун. Все, так, поставим давайте. И давайте пойдем в еще один бой. Мне очень понравилось это испытание. Я надеюсь, что хотя бы потом получу одну карту. Она мне вообще такая классная. Мне она очень классная. Слушайте, а еще прикольно, когда вот это... Блин, эту бочку. Я ж могу, я кинуть эту бочку, и потом хилку еще туда дохиливать. Так, сейчас наш противник играет на карте, но, блин, у него есть полоска с пушкой. Ладно. Не дождались мы ничего. Хочется за нее. Офигенная, блин. Ладно, давайте еще один раз пойдем в бой. Отбойников. Да. Лучника.
не можем брать партию. Теперь едим. Да, он это подумал себе. Так, ну что, пока что я ничего никого не вижу. Пока что больше никого не вижу. Ладно, сдохла. Ну и Коргига мне дал. Да, у него хилка, походу. Попросим на этот раз. Давайте еще Александра попросим. Так, давайте колдуна. Мини-пеку, башенку. Блин, Хога я не могу дать. И шарик тоже. Тогда давайте возьмем. Дадим. Мегамуху. Все, вот так пусть будет. Так, давайте еще одну. Давайте еще один. Тут уже. Поняли, почему я клоню? Хотя очень трудно сражаться с Oh!
Скелета. И чё мне дать ответ? На голема, стражей, вышибалу и истинно боев. Всё отлично. Блин, посмотрите, сколько я уже торговли дал. Никто, блин, со мной даже не может торговаться. Хотя вы тоже можете со мной поторговаться. Я хочу эту карту очень сильно себе. Так сделаем. Слушайте, давайте. У меня есть идея. Блин, ты мне своим гигантом испоганил. Обязаны вы пройти. Thank you.
играть мне. Сегодня вся игра. Блин, стоп. А что? Блин, я хочу. Я хочу выиграть. Пожалуйста, дайте мне сейчас победу. Блин, как игру. Нафиг я выиграла с полуганта, у меня. У меня и здесь раз, два. То есть у меня уже 7 легендарных топ. Все. Так, давайте это все разберем. Так. Так, здесь можно выбить скин на башню вроде бы. Да, вот, скин на башню. Давайте, последний раз. Мы просто обязаны. Мы просто обязаны. Удачно, спасибо, пацан. Не дал ты мне хилку. А что теперь мне Thank you.
Целительница. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пипец. Хилка. Давайте сюда место. Блин, да. Давайте. Вот сюда поставим ее. Все, пусть будет. Заслужила. Блин, Зака себе уже. Ну все, даже если мы играем, то мы все равно. Дело, там следующий идет сундук или что? А не важно. О. Ван. А этот нежданчик будет победой. Пусть что хочет делать, мне плевать. Хилка. Я закончу это испытание в следующий раз. С вами был Валериан. Ой, погодите. С вами был Валериан. Всем удачи, всем пока.